чай было. Еще раз налево? Не, налево не надо. Ты ж поворачивать не будешь. Это какая улица у нас? Поп такая. Это остановка, по-моему, это универ... Нет. Универмаг, скажи еще. Университет. Да, этот, господи. Погранинститут. Погранинститут. А улица-то какая? Откуда улица знаю? Большая. Поняла? Я здесь вообще не бываю. Ну, понятно. Берешь на углах домов и смотришь вывески, таблички, явки, пароли. Поняла? Вот так в незнакомом городе едешь, думаешь, блин, а что за улица-то такая интересная? И смотришь, о, улица Васи Пупкина, 45, дом, да? А вот улица большая, 110А, ИСА, Империя Сервис Авто. Да, кому надо, вот всем туда. Вот там, про Империат. Поняла? Да. Как улицу смотреть? Мы же надеемся, получим водительское удостоверение, и что, и поедем по миру, посмотрим на людей, себя покажем. А что, не? Нет. Ну зря. Я поехал. Жена не пускает. Странно, да? Что за дела такие? А так я бы без проблем. Прям бы на этой машине бы поехал. Где сломалась бы, там ее и бросил бы. Потому что ремонтировать у меня ее уже нет сил. Вы мне ее убиваете, 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 убиваете. Но в конце концов я ее убью сам. Моя машина, я ее должен убить. Вот. Не, ну ты-то не убиваешь. Не бойся. Ты ее так чуть-чуть калечишь. Когда в ямки попадаешь. Дистанцию соблюдай от машины. Мне еще японские машины не нужны, вбитые в рассрочку, в лучшем случае. Двигаемся через перекресток в направлении прямо, в прямом направлении. Угу. Да. Наверх смотрим, что видим? Движение прямо, поворот налево. Нам перестраиваться, да. Я тебе по шее дам. Ты по какой полосе едешь? А, ну, тогда прямо нам. Ну, конечно. Сейчас я еще буду учить прямо ехать. Перестроиться ей надо. Налево, что ли? Нет. Налево нельзя. Там вокзал. Мне около вокзала ездить вообще нельзя. Боюсь билет купить и уехать отсюда. Так что едем туда прямо. Мы же в аэропорт ездим. Ну, в аэропорт у меня денег нету. Там билет минимальный 7000. А здесь что? На электричку взял и поехал в Биробиджан, прокатился. Чай, как мыши. Поехали, ребят. Вот смотри, да, нам всегда сигналят, что мы такие ученики, такие прям. Может, посигналить? Нельзя. Право, а поворот. Что он на поворотник? А, там он на поворот. Право, поворотник включай. Правый. На меня. Крути руль. Крути, крути. Поехали, моя хорошая. Поехали. По чуть-чуть, не бойся. Нас... Чувак, дай проехать. Эх ты. Высовываемся, заяви себе в наглую, потихонечку, потихонечку.
только не ударь никого. Вот смотри, какие у нас люди. Ой, молодец, мужик, настоящий мужской поступок. Ну вот, ну реально, сука, ну, ой, я извиняюсь, ну красный горит, ну куда ты прешь? Молодец, мужик. Вас вон в Москве учат, вон, 197 регион. А668ТА, Мурана. Себя увидишь в Ютубе. Привет тебе от автоинструктора. И от девушки рядом сидящей. Спасибо тебе. Красный горит. Ты же берешь и... Молодец. И вон сзади чувак хоть даст пропустить нас. Ты видела, какое вот уважение к ученикам, да? Да в принципе к машинам. Что за отношение в Хабаровске у нас такое? Хочешь перестроиться, поворот не включаешь, он, сука, газу дает. Ну это что, нормально, что ли? Еще и сигналит истерично. О, вот спасибо тебе, мужик, спасибо. Вот, вот сзади мужик или девушка, я не видел. Так, едем прямо. Прямо, 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 прямо. Тут с двух полос можно прямо ехать. Вот такие пироги. Вот вчера наглядный пример. Выезжаю я, короче, с Эльдорадо. А там своя полоса дополнительная есть. Сначала выезжаешь, а потом с этой дополнительной полосы выезжаешь, ну, уже на главную дорогу, как сказать, да? Я в зеркало смотрю, там, ну, как хером его обозвать, я не могу. Человек едет далеко. Я же вас учу выехать и разгоняться сразу, ехать, да? Да. Ну, естественно, если я вас учу, я тоже так поеду. Я, соответственно, с этой полосы разгона вижу, что он едет далеко. Разгоняю машину до 60, даже чуть более. Выхожу с этой полосы. Он меня догоняет. Буквально минут, через секунд 20 истерично мне начинает моргать дальним светом, включать. Типа, какого хрена ты мне помешал ехать? Я тут еду 120, пионерка же, чё? Ну что я делаю? Он меня ослепил. Что надо делать, когда тебя ослепят? Остановиться. Остановиться! И причем я нечаянно нажал на тормоз левой ногой. А левая нога у всех людей, она не чувствует педальку тормоза. Я как конь копанный остановился. Включил аварийку. Он в меня чуть не въехал. Но он реально меня ослепил. Ладно, он объезжает. Я ему вдогонку говорю, ты чё, один? Он сделал вид, что он меня не слышит. И мы на светофоре останавливаемся, получается. Должны остановиться было параллель друг другу. Он же остановился чуть сзади, чтобы, знаешь, наши лица не... Ну, наши фоточки не перехлестнулись. Он бы услышал бы о себе много нового, да, как бы. Я же днем вежливый, а вечером у меня рабочий день закончен. Все, я обычный водитель. Он не подъезжает. Ну ладно, думаю, хрен с тобой. Едем, хочу перестроиться, включаю поворотник, так этот, ну, уважаемый человек на черном приусе, который вчера свернул во двора, во дворы на это, на Вахово, может, ты тоже посмотришь, себя узнаешь. О, я включаю левый поворотник. Что ты думаешь? Тоже туда ехать? Нет, я хотел всего лишь перестроиться в левую полосу. Что он сделал? Он ускорился. И начал мне сигналить, типа, смотри. Я вот думаю, может не включать теперь поворотники, когда перестраиваться? Как ты думаешь? Или включать? Лучше включать. Только не в Хабаровске. Надо будет на перекрестке с тобой поехать в левый ряд. Не надо. Что не надо? Ты, во-первых, там знак 20 видела? Да. Ты его ехала 20? Ну не ври, не ехала ты 20. Ты свои ушки-то развешала, я слушала инструктора. И да, думала, я... ага, он не видит ни хрена. Я снижала до 20. Где? На 2 секунды нам в левый ряд. В левый поворотник. И светофор у нас загорается. Красным сигналом запрещающим. Там 20 км в час была протяженность его. До Кудова? До перекрестка. А мы этого не сделали, потому что мы ушки свои навострили и слушали инструктора. Бред его, короче. Как-то так. Ну а теперь по теме. Нам нужно повернуть налево. Видишь в конце движение налево? Да. Видишь? Вот. Надо как-то от слов паразитов таких учиться избавляться. Вот, нам налево. Стоим. Смотри, ребята едут по полосе, да, встречной. Их сейчас не будет, мы прорываемся налево, у нас островок безопасности. Поехали, солнышко, поехали. Вот сюда.
Все, вот здесь мы прячемся. Видишь, еще островок безопасности. Слева никого, посмотри, направо нет, не смотри, поехали. Вот еще островок безопасности. Вот оно, все, стоим. Правое зеркальце и правое это, смотри. Никого. Никого. И за ним спокойно поехали. Чувак 79-го региона по встречке пошел. У вас что, принято так, что ли? Молодцы, ребята. Я думаю, что так нельзя все-таки. Мы едем в сторону 38-й школы. Ну вы сказали прям. Я прям сказал, да. А ты прям знаки увидела, да? Да, 40 км в час. А еще что? Остановка запрещена и стоянка запрещена. Ты же моя хорошая, слушай. Все ты видишь, а? Ну, выбирай место для остановки. Здесь нельзя останавливаться. Ну, выбери там, где можно. Если там стоял знак 40, да, дублирующий, значит, слева был перекресток. Можно было остановиться, да? По сути так-то, да? А с какого бы тогда два знака 40 стоял? Правильно. Мы заезжаем, вот на перекрестке поехали. Остановка запрещена, знак 40. Потом мы ехали, второй знак видела, 40, да. Дети, да? Слева был заезд туда такой, перекресток. Соответственно, значит, я по всем правилам могу остановиться. Иначе бы знак 40 бы не ставили бы, а они его продублировали. Это Россия. Или у них знаки лишние были. Вот как понять, да? Что лучше тогда делать? До этого перекрестка ехать? Что, объедем его? Подождем. Подождем. Слышал такую песню? Подождем, подождем, Игорек пел. А, ты еще молодая слишком была. Подождем мою маму, подождем твою мать. Слышал эту песню? Нет. Ну и слава богу. Выбирай место для остановки. Или ждать будем? Ждать будем. Кого? Чего ждать? Так до пенсии дождаться можно. Мы нет. Должны с тобой остановиться. Ну нету здесь перекрестка. Там мы только что перекресток проехали со светофором даже, понимаешь? Ну как это нету? Это не сдача экзамена. Ну где? Ну тут две полосы. Где тут? Где вот тут одна, остановиться? Вот вторая. Да. Правый поворот не включи. Так разве можно? Да. Господи. Можно. Но здесь-то уже нельзя. Здесь вот сплошная слева пошла. Тебе можно было, там же прерывистая была, а тебя объедут по встречной полосе, ну а что делать? Вот захотел и сходить там недалеко, в кусты пописить, извиняюсь. Что мне теперь делать? Колесо сдуло, тоже могло остановиться. Покурить, в конце концов, могло остановиться. Курить вредно. Я знаю, я не курю 67 дней уже. Я веду в дневник. Причем сэкономил уже почти 15 тысяч. Это как раз курс вождения. Вот люди подумайте, дорого это или недорого. Так мы останавливаться будем или нет? А тут уже сплошная. А вот тут здесь обочина была, прикинь. Эх, эх, эх. Поворотник ключи, двигаемся по направлению главной дороги. Поезд, посмотри, справа, слева, нет? Нет. А вот здесь... А вот здесь, где вот здесь? А здесь сплошная, здесь нельзя. Такая вот беда. Да. Ой, господи, да? Как же так получилось? Зачем я пошла сегодня, да? С утра. Нам было в обед пойти, у него настроения не было бы сюда бы ехать. Повез меня черт знает куда. Что за инструктор такой? Еще неизвестно, куда меня повезет. А, еще неизвестно, куда я тебя везу, да? Нет, в смысле, этот, господи, какого там? Инспектор его. Да. Зовут его инспектор. Вот здесь можно остановиться. Так, давай остановимся, я тебе еще полчаса назад сказал остановиться.
А здесь останавливаться нельзя. Почему? А бордюр видишь? Ну да. Видишь бордюр? И что? Видишь? Значит, ты заехала за бордюр? Ты заехала на газон, по сути, да? Мы должны вдоль бордюрки остановиться. Нет, ну реально, здесь же вон бордюрка. Ее может плохо видно, но она есть. Ее ушатали, укатали, но она есть. По сути, здесь нельзя останавливаться. И даже если инспектор этого не увидит, а ты остановишься там, он скажет, а почему вы здесь не остановились? А ты скажешь, здравствуй, Вася, здесь бордюр. Поняла? Ну здесь же он есть, да? Куда ты? У нас, думаешь, люди тебя сейчас опять пропустят? Не пропустят. Привыкай, ты в Хабаровске, детка. Все. О, нет, чувак у тебя услышал. Ой, мужик, вот золотой мужик. Вот за что я его уважаю, так за то, что он мужик, да? Ты знаешь как? Вань, а ты в горящую избу войдешь, там, что-то с ума сошел. А коня на скаку остановишь? Че, дурак, что ли? Вот за что я тебя уважаю, за то, что ты не баба, да? Знаешь такую поговорку? И баба, и нам прямо куда? По главной дороге. Двигаемся по направлению главной дороги. Меня услышала? Да. С поворотниками, да, поработаем, притормаживаем, поезд смотрим, пускай тормоза. Поворотник надо левый. Кто есть? Поезда? Конечно, есть поезда. Расстрельцы проложены. Автобус будем пропускать? Да. Да. Кому двойной чизбургер? Мне. Че ж ты орешь такая? Не кричу. А, ты кричишь? Нет. А, нет. Или это типа было? Ведь что ты меня спрашиваешь? Сама знаю, без тебя разберусь. Сидишь тут, всякую фигню мне несешь по духу, не до тебя тут. А что там, красный, нет? Там люди. Да ты куда ни глянь, везде люди. А где наши люди, там везде срач. Вон ездили на левый берег на выходных. Вроде чисто, а чуть повернулся в голову. Посмотришь, мусор с собой вообще нет. Не выкидывай. Смотри, здесь хоть семафоры выключены, там поезд не смотрит. А я правильно включила поворотник? Правильно, конечно. Если бы что-то ты неправильно сделал, я бы опять бы матерился, как истеричка. Поехали. Тут-турушки. Это, кстати, маршрут экзаменационный. Так что, ребят, смотрите, куда мы едем. Правда, вам половина панели только видно, но... Нет у меня денег на хорошее устройство, которое телефон будет хорошо держать. Его повыше поставить, он трясется, как я от холода. Так, влево поехали. Или налево. Да. После остановки. Видишь, вон машинка поехала. Левый поворотник включай. Ну прижмись ты влево, господи. Вот.
встречку пропускай, он больше, чем его надо пропустить. Остановись. Посмотри слева, пешеходы не переходят. Нет? Поехали. Не крути руль по надобности его крути. Еще заворачивай. Вот. Выравнивай. Я имел в виду с места не крути руль. Никогда. А поехала и крути. Эта улица, я не знаю, выговорю я сейчас или нет, Орджоникидзе. Это тоже часть маршрута. Кто учится у нас в северной части и в центральной части города, в автошколах, это наш маршрут. Так что, если вас сюда инструктора не возят и говорят, это не наш маршрут, не наш маршрут, это кто в Южном и на втором Хабаровске школы, а остальные все автошколы, включая нашу школу, едут сюда. Если вас здесь не возят, не катают инструктора, задумайтесь. Поехали, поехали, поехали. Там 40 километров. А ты сколько едешь? 30. Да? Да. Смотри, машина стоит перед пешеходным. Возможно, может быть, пешеход идти. Соответственно, приближаясь к пешеходному переходу, ты всегда скидывай скорость. Будь адекватным водителем. Поняла? Да. Надо уважение. Уважение на дороге нам. Понимание. А все куда-то спешат. Жить так спешат, что ли? Все несутся, особенно вечером после работы. Все агрессивные какие-то. А в понедельник утром так вообще все бешеные. У кого-то не досып, у кого-то еще что-то, у кого-то пересып. Все злые там. Вот прямо едем? Да, мы стоим как? Прямо. Правильно? Да. Если бы налево, я бы тебе уже бы сказал бы включить поворотник. Я просто опять же забываю, что я с тобой здесь не ездил. Вот это маршрут. Так, аккуратненько. Вот. На следующем перекрестке не регулируем, поедем налево. При заторах никогда не останавливайся так, чтобы поперечное движение перекрывать. Так, аккуратно, знак какой? Вступи дорогу. Справа с улицы Некрасова. Нету никого. Никого? Поехали слева, поехали, пока нету никого. Вот это слепой поворот, да, поворот на Металлистов. А здесь куда? Прямо, прямо. Всю дорогу прямо. Что мы должны сделать? Еще и в зеркало посмотреть, да? Да, я смотрю. Притормаживай. Едем. Ё-моё. А что делать? Поворотник выключи. Да едем, едем, мы разъедем. Ты только смотри этого. Не зацепи дядя. Еще люди тут ходят. Он на Брюс Уиллиса был похож, крепкий орешек. Пешеходный. Вот, видишь, умница, поехали. Поехала. По встречке опять? А что делать? Ой, а тут один едет. Ну ничего страшного. За ним? Ой, да. Ну как за ним? Он опять остановился. За ним не получится. Давай, солнышко, мы ее объезжаем. Давай, крути руль, крути. Дядька, шутник. Ты какой шутник? Куда нам, дальше прямо? Да прямо едем. Так, а там что, переезд у нас закрыт? А ну едь дальше, едь. Это переезд закрыт, разворачивайся. Где, здесь? Да. Еще вперед протяни. Дело в том, что я сразу не понял, что они ехать, они очень часто здесь просто тупо на меня крутируют. На меня крутируют. Да и бог с ним, что он туда попёрся, блин, вообще. Идиота кусок, что ли. Ой, господи, еще мужик, уже он седой, уже стажу должно быть, лезет под машину. Господи, прости меня, Господь. Влево едем. Дело в том, что вот эти машины постоянно здесь стоят, даже когда нету переезда закрытого. Поехали. Они, видишь, как встали? Хрен пойми, как они встали. Поехали. Естественно, мы объезжали их.
Я буквально только вчера также здесь проезжал, направо сейчас. Я вчера проезжал, тоже стояли за ними, думали, что они в этом. На красный стоят, стояли, а машины едут и едут, едут. Тихо. Едут и едут, едут и едут. Прям поворотник. Куда сюда? Ну, потому что здесь они стоят на твоей полосе. Да уже едь, что? Надо было поворотник включить, что ты на встречку выехала. Они, видишь, стоят на дороге, тебе мешают. Да ехай, 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 радость тебе. Что случилось? Сознание теряем? Нет. Не время еще. Притормози, притормози. Не хочу я прыгать. Правый поворот. Притормази, притормаживай. ТП. Смотри справа, бордюр не щелкни. Поехал. Пути. Разгоняй свое транспортное средство. Разгоняй, 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 разгоняй. Вот, заяви о себе. А то скажешь, что мы не умейки. Еще с криками, да пыль глотай, да? А как ты хотел? Я тебя научу. Ты будешь там фарами моргать. Мы выехали, поехали. Поехала, поехала, поехала. То есть я договорюсь, не по шее получу. Да не надо тормозить, поехали. Ты водитель или кто? Водитель. Вот и води хорошо. Давай, 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 до 60 едем. Не было знаков ограничения скорости 40. Смотри внимательно на знаки. Что он нам кажет? Поворот туда движение и железнодорожный переезд. Да он просто, переезд. Он говорит, там же до переезд. Вот, смотри, у нас второстепенный знак был. Поезда нет, зеркала, смотри. Нету. Теперь правый поворотник. И со встречки, ой, не со встречки, а по главной, кто едет, смотри. Никого нету слева? Нету. Вот, все. Ту-т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 у
Да ну газу дай, что ты едешь на паперте? У нас полчаса доехать до автодрома, между прочим. Да? Ну, знаешь, сейчас поедем по объездной. Короче, едем всю дорогу по главной. Да, он идет. Доедем, не знаю, куда он идет. На бордюрку встал, что? Яблочко кушает. Просто стоишь на земле, пыли много, а повыше встал, туда пыль не долетает, можно кушать яблочко. Наверное, так. Давай 60, не пей. Двигаемся по главной дороге, поняла? По направлению главной дороги. Газ убери. Можешь подгазовать. Правый поворотник. Знаю здесь главную дорогу, что я не видел. Трамвай, уступи дорогу. В зеркало нету, смотри, трамвая нету. Вот, слева тоже нету, выключи поворотник. Едем. Тормозить нужно перед рельсами, а не на рельсах. Перед ямой, а не на яме. Перед бугром. Перед полицейским лежачим, а не на нем. Поняла? Да. Насколько смогла, перед притормозила и уже отпускает тормоза. Опа-на, как надо, поняла? А мы с тобой плетемся, чукче. Газ убери. Ну и не тормози, а то ты сейчас баланс собьешь движения нашего. Все, можешь газ нажимать. Давай, 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 давай. Так, дети, не надо давать. Так, детей нету, газуй. Давай покажем своего вождение агрессивное. Сегодня будет тактика агрессивное вождение. Мы же в Хабаровске живем. Мы плетемся, плетемся, плетемся. Газу. Там дети будут скоро. Дети будут, знаешь, скоро от чего?
от того, что скоро 1 сентября. Вот тогда их будет много. А сейчас они наслаждаются последними денежками. Газо. Куда тут газо? Газо. Где машина? Но она же тоже ускоряется. Тутурушки. Двигаемся по направлению главной дороги. Это типа задача такая. На Биробиджан двигаемся. Что ты видишь? Знак какой? Светофор, пешеходный переход. Чуть дальше смотрим. Главная дорога. Куда главная туда, дорога? Налево. Налево. Что мы должны будем включить делать? Включить левый поворотник. Да, за этим пешеходным переходом мы включим поворотник левый. Включай левый поворотник. И нас, мы по главной, ты сама сказала, да? Да. Ехай, выключай поворотник, газу даем. Давай, 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 не бойся, не бойся, не бойся. Сейчас Солярис, если что, продадим. Не продадим. Он нас увидел справа. И причем, когда с шелеста мы поворачиваем сюда сами, мы сами смотрим с 38-й школы народ, поняла? Вот откуда мы сейчас ехали, это, ну там, не знаю, 38-я школа. Тутурушки. Так это наша. Ой, моя. Опа-на! Да ладно, я здесь выйду, да? Ты еще раз так закричишь, я, у меня сердце в пятки уйдет, понимаешь? Держи руль двумя руками. Я ж думал, что-то случилось. Думал, там на кого-то наехали. Что-то отвалилось у нас. Думал, руль в руках остался. А это всего лишь институт, да, твой? Да. Ну, хоть местность, видишь, узнала по институту. А кто-то узнает по ларькам. Тогда с чуваком говорит, о, говорит, я тут был, я тут пиво покупал. Я, ну, ништяк, говорю. Ту-ту-ру-ту-ту-ру-ту-ту. Чего мы ползем-то? Потому что мы не доехали до перекрестка. А слева что, не перекресток был? Или ты определяешь перекресток только по главной дороге по знаку? По светофору. А этот светофор был вообще пешеходный переход, если бы пошло. Аля? Секла? Да. Здесь что, тоже перекресток регулируем? Пешеходный переход. Да, смотри, в остановку не въезжай. Ты сейчас клонишься, куда опять, говорю, не... У тебя сейчас там тупик будет, видишь, остановка? Да. Видишь? Да. Поехали. К бордюрке прижимаемся, к бордюрке, вот так вот. Ну, где наша скорость? Где наша скорость? Газу дай. Ой, кто там, газу. Собачка. Да они стоят на зеленый, ждут своего. Левый поворотник, левый ряд, уйди, то за остановкой. На остановке останемся. Все. Едем. На газ нажимай, они стоят. Тормози. А это что, тоже перекресток? Нет, пешеходный переход. Вот видишь. А ты мне видишь по светофорам. Что-то я не чувствую, что мы едем, мы ползем. Сейчас песню буду петь. Сороконожка ползет понемножку. Вот ты газуй-то, господи. Ну уже, конечно, поворот тут газовать-то куда. В зеркало смотри поезд. Нету поезда. Справа. Нету поезда. Ну, по направлению рельсов справа я имел в виду, а не справа, где автомойка.
Я бы удивился, если бы с автомойки поезд вышел. Что видишь? Пешеходный переход. Еще и людей, да, там? Да. Еще раз убедилась, никого больше нет, да? Они да. прошли. Все, едем. Выбирай место для остановки. Здесь запрещено, здесь знак. Здесь запрещено, здесь знак. Остановись там, где разрешено. Или нет? Вот здесь вот можно. Вот здесь можно. Ну а да. тут остановка? Тут что, бордюр? А тут что, бордюр? А тут что, остановка? А тут что? А давай купим журнал «Почемучка». Всезнайка. Ну где ты тут бордюр увидела? Тут обочины есть. Вот тут можно остановиться справа. Было. Да уже есть, все, уже неинтересно, я тебе уже подсказал. Я хотел от тебя действовать. И... Левый поворотник. Выключи поворотник, мы уже перестроились. Так, не взяли автобус только потихонечку. Может так поедем? Как так? Ну тут сплошная. Протягивай, у тебя хватает там. Он стоит это, Kia какая-то, сид. Она впереди автобуса. Ну она впереди автобуса, а ты же смотришь, что автобус, он сбоку. Он тебе не мешает. Едем, 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 разгоняй машину, разгоняй, он... разгоняй машину, он едет по полосе, он, не она же, правый поворотник, правый ряд, на регулируемом перекрестке поедем направо. По указателям смотри, да? Да, вот на трехгорную направо. Правый поворотник. Мы будем просить переезжать и тормаживать. По сути, могла спокойно поехать, но... Очень... Береженого Бог бережет, да? За тобой, справа от тебя, за тобой, рельсы. Мы когда будем подъезжать к рельсам, там еще пешеходы могут пойти справа и трамваи поехать слева и справа по рельсам. Поэтому мы аккуратненько поворачиваем в правый ряд, не спеша, не спеша, смотрим нету. Вправо, крути руль, рулем работаем, работаем рулем, молодец. А где, здесь едем? Нет, я тебе сейчас по шее дам, ты перекресток проезжаешь. Нам зеленый горит, мы едем. В левый ряд перестраивайся. Табличку какую видишь? Знак, вернее, не табличку. Стоп. Что он означает? Остановиться возле знака либо стоп. Движение без остановки запрещено. Стоим. Еще чуть-чуть подтянись. Еще чуть-чуть подтянись. Тебе же самой не видно. Вот справа здесь полосы поворачивать налево нельзя, но сейчас кто-нибудь подъедет. Вот примерно вот, вот так чувак нам сейчас перегородит движение, все, вот так. О, молодец. О. И что, нам поворотник включать? Обязательно. Только давай с главной дороги всех пропустим же. Волга, ну ты-то куда лезешь, справа нельзя делать-то. Высовывайся немножко. Раз, два, поехали, поехали, поехали. Во, молодца. Вот, и этот маршрут у нас получается идет до улицы. До улицы, до улицы Воронежская. И поворачиваем направо. На этом мы запись сегодня закончим. Вот. Это перекресток? Регулируемый пешеходный.